Давай еще одного поймаем. Запустим туда. Вот, самый умный утенок сообразил, как надо забраться в бассейн. И он купается теперь. Вот так вот. А эти еще не сообразят. А вот тут вот стоят дядьки-гуси в очередь. Мы их не пускаем. Вот дядьки-гуси. Злые. Щипаются постоянно. Но с курами ладят. Вот, использовали старый бассейн детский. Он порвался, а я сколотил каркас и застелил его бассейном. Хотя можно было застелить, наверное, любым целлофаном. Один черт. Ну, просто чтобы не выбрасывать этот бассейн. Хоть как-то используем его вот таким образом. Хотя, опять еще говорю, можно застелить целлофаном его. Да, что-то тут немножко мало. О, видишь, как черт. Вот. Совершенно случайно одна наша утка выскочила в наш бассейн и превратилась в этого, в утенка купального. Мы его сначала помыли в другом бассейне. Нет, он сам выскочил случайно. Да, он залез сюда вот и нырнул. Да, да. Чуть было не утонул. Он не утонет. Смотри, какие у него ласты. Блин.